придется еще поставить две теплицы мощностью 2 миллиона уже сеянцев и через год еще одну теплицу. То есть общее количество посадочного материала у нас увеличится до 4 миллионов 600 тысяч сеянцев через 2 года. Область смотрит на лесовосстановление и именно на то, чтобы лесовосстановление осуществлялось именно сеянцами закрытой корневой системой.